25 октября в зале молодежного центра «Стекольный» собралось много зрителей для того, чтобы увидеть самого лучшего клинчанина, которого выберут на районном конкурсе «Мистер Клин 2014». Всего в этом году за звание мистера боролись 8 конкурсантов. Антон Кутищев, Николай Корнилов, Сергей Панько, Глеб Лебедь, Руслан Козлов, Никита Феоктистов, Дмитрий Корнилов и Алексей Мечетный. Сам конкурс проходил в 5 этапов, и на каждом из них участники должны были показать свое мужество, креативность и умение ориентироваться в различных ситуациях. На первом этапе молодые люди дефилировали по сцене, а потом грациозно вручили представительницам прекрасного пола, которые находились в жюри, розы. Во втором раунде конкурсанты рассуждали на тему «Дом, который построю я». Также вместо пруда я установил бы бассейн заплыва на 50 метров. Ну, а для любителей спортивной ловли можно было бы и караси запустить. Далее шел конкурс «Мистер-спортсмен», где молодые люди демонстрировали свою физическую подготовку. Потом они показывали произвольную программу, и некоторые подошли к ней очень креативно, не отжимаясь и не подтягиваясь. Кульминационным моментом в конкурсе стало подведение итогов. Приз зрительских симпатий получил Дмитрий Корнилов. Звание вице-мистера завоевал Руслан Козлов. И мистером Клин 2014 стал Алексей Мечетный.